24 KZ продолжают новости. С вами я, Жанна Хусаинова. Здравствуйте. Казахстан при поддержке ООН проведет региональную климатическую конференцию в 2026 году, заявил на саммите One Water Summit Касым Жомарт Токаев. Форум прошел в столице Саудовской Аравии. На повестке дня вопросы водной безопасности. Саммит Казахстан проводит в партнерстве с Францией и считается частью инициативы One Planet. Ее 7 лет назад запустил президент Франции. Динара Абдирова продолжит эту тему. Водная безопасность, нехватка живительной влаги и новые технологии. Эти вопросы в фокусе внимания участников форума One Water Summit. Он прошел в столице Саудовской Аравии. Главные организаторы – Казахстан и Франция. Поэтому приветственная речь была за лидерами двух стран. Водная безопасность – основа устойчивого развития, экономического прогресса и охраны окружающей среды. Современные вызовы требуют единого глобального ответа для обеспечения устойчивого будущего для всех. Пользуясь случаем, я хотел бы выразить искреннюю признательность Его Королевскому Высочеству за только что объявленный им план помощи всем регионам и странам, которые сталкиваются с проблемами. Главная цель саммита – обратить политический взор на водные вопросы. Сегодня больше 2 миллиарда людей живут на планете без доступа к жизненно важному ресурсу. А еще 4 миллиарда испытывают серьезный дефицит воды. По словам президента, Казахстан четко осознает цену каждой капли. Все люди, особенно представители уязвимых групп населения и народов, проживающих на отдаленных территориях, вправе и должны иметь доступ к безопасной питьевой воде, соответствующей санитарным требованиям. Целевые инвестиции в климатическую водную инфраструктуру могут преобразить целые регионы, обеспечив надежный доступ к чистой воде и способствуя устойчивому росту. И к этой цели Казахстан уверенно идет. Наша республика поддерживает инициативу Fresh Water Challenge, внедряет водосберегающие технологии и совершенствует закон. На форуме Касым-Жомарт Токаев выступил с новыми инициативами. Президент предложил создать партнерство, которое объединит глобальные исследовательские центры для изучения защиты ледников. Ледники играют жизненно важную роль в глобальном водном цикле, питая реки и озера, которые обеспечивают водой почти 2 миллиарда человек по всему миру. Нам необходимо проводить совместные исследования и выработать единую политику, чтобы противостоять исчезновению ледников и поддерживать стратегии управления водными ресурсами в регионах, которые нуждаются в этом. В ближайшие 5 лет государства Центральной Азии столкнутся с дефицитом воды. Таков прогноз экспертов. Нехватка угрожает продовольственной, энергетической безопасности и промышленному росту. Поэтому нужна общая позиция и заинтересованность всех стран, чтобы преодолеть водный кризис. Надо отметить важность международного сотрудничества вокруг воды. Эту тематику Казахстан очень хорошо знает, так как обладает общим водоразделом. И самый известный из них – Аральское море. Поэтому нужно обратить внимание на управление инновациями и финансированием водного сектора. Мнение экспертов поддерживает и президент. По его словам, вода не имеет границ. Она связывает сообщество и экосистемы. В качестве председателя Международного фонда спасения Арала Казахстан поддерживает продвижение регионального сотрудничества и совместных действий. Важно, чтобы страны, которые находятся на передовой в вопросах борьбы с изменением климата, расширяли диалог, развивали международное партнерство и объединяли ресурсы для реализации водных проектов. Каждый год страны Центральной Азии теряют больше 4 миллиардов долларов из-за неэффективного взаимодействия в гидроэнергетической сфере. Это данные Всемирного банка. Казахстан готов внести свою лепту в коллективные усилия и предпринимает все меры для решения водного вопроса. Мы планируем накопить более 10 миллиардов кубометров воды. Это за счет снижения потерь на 50% по ирригационным каналам. Во-вторых, это... у нас увеличится объем накопленных вод за счет новых водохранилищ. И также мы планируем улучшить прогнозирование и учет при внедрении цифровых технологий. С учетом прогнозирования роста населения в Казахстане, так и в Центральной Азии, очень важно развивать политику водосбережения и развивать региональное сотрудничество.
Демографический рост населения и изменение климата уже влияют на глобальный водный цикл. Каждый год засухи и наводнения затрагивают больше 1,5 миллиарда человек во всем мире. Их последствия Казахстану, который пережил паводки, хорошо известны. Поэтому надо внедрять новые технологии, а они, в свою очередь, улучшат систему раннего предупреждения. Только так можно снизить риски и защитить население. Казахстан, как и другие участники форума, заинтересован в решении глобального водного кризиса. Уже в 2026 году наша страна при поддержке ООН проведет региональную климатическую конференцию. Динара Абдирова и Ислам Махамбет при поддержке телерадиокомплекса президента Казахстана 24KZ. На полях международного форума One Water Summit глава государства встретился с президентом группы Всемирного банка Аджаем Бангой. Касым-Жомарт Токаев отметил важное значение стратегического партнерства. По его словам, сегодня совместно реализуется 5 крупных проектов в сферах водных ресурсов, транспорта и образования. Общий бюджет – 3,5 миллиарда долларов. Президент приветствовал финансирование Всемирным банком казахстанского проекта на 650 миллионов долларов в рамках программы повышения устойчивости и связности транспорта. В свою очередь, Аджай Банга высоко оценил уровень взаимодействия и подтвердил готовность к дальнейшему сотрудничеству. Касым-Жомарт Токаев провел встречу с наследным принцем Саудовской Аравии. Президент поблагодарил за поддержку в проведении One Water Summit в Эр-Рияде. Глава государства выразил уверенность в том, что саммит, который проходит под председательством Казахстана и Франции, внесет значительный вклад в продвижение глобальной экологической повестки. В этом году исполнилось 30 лет дипломатическим отношениям между Казахстаном и Саудовской Аравией. За этот период страны наладили доверительный политический диалог, создали прочную правовую базу и реализовали ряд инвестиционных проектов, отметил президент. На встрече были рассмотрены вопросы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, в том числе в сферах энергетики, нефтегазовой промышленности, транспорта и логистики. В Эр-Рияде Касым-Жомарт Токаев также встретился с Эммануэлем Макроном. Глава государства с теплотой вспомнил недавний визит во Францию и выразил благодарность за исключительное гостеприимство. Он подчеркнул важность достигнутых в Париже договоренностей и добавил, что визит стал значимым шагом на пути к долгосрочному экономическому росту и укреплению связей между двумя странами. В свою очередь, президент Франции отметил динамичное развитие двусторонних отношений, подчеркнув важность совместных усилий в борьбе с изменением климата и развитие зеленой экономики. Стороны также обсудили перспективы сотрудничества в сферах энергоэффективности, чистых технологий, управления водными ресурсами, инноваций, обмена данными и искусственного интеллекта. Больше 125 миллиардов тенге инвестировали недропользователи в геологоразведку Казахстана за 9 месяцев этого года. За этот период было пробурено 50 скважин. Такие данные озвучили сегодня на заседании в правительстве. В целом, с начала года в стране провели 2 аукциона, где были реализованы права на разведку и добычу на 15 участках. Глава Кабмина также подчеркнул, что для роста доходов исследовать наши недра должны государственные компании, а потом уже можно привлекать инвесторов. Подробнее в материале Анель Еделькозе. Минеральная сырьевая база в стране включает почти 1000 месторождений твердых полезных ископаемых. За последние 30 лет наблюдается рост запасов железа, марганца, золота, урана, нефти и газа. В отрасли активно внедряют инновационные методы, в том числе проводятся аэрогеофизические исследования, которые дают качественную информацию о строении недр. Пилотный проект запустили в перспективных регионах страны, включая Северное Прибалхашье и Калбанарымскую зону. Новые технологии могут выявлять месторождения меди, золота, серебра на глубинах до 1,5 километров. С прошлого года для размещения на единой платформе недропользования minerals.e-kazna.kz подготовлены более 66 тысяч геологических отчетов. Дальнейшая работа по цифровизации геологических данных запланирована в рамках отдельного проекта, предусматривающего использование инновационных методов обработки информации с применением технологий искусственного интеллекта. Применение искусственного интеллекта дает возможность быстро и эффективно использовать накопленные информацию о геологии страны и анализировать данные для выявления перспектив страны. Также ведется сканирование и оцифровка первичной геологической информации, хранящейся в архивах. На сегодня 2,5 миллиона данных переведены в цифровой формат.
Одной из ключевых задач стоит в преобразовании этих данных в машиночитаемый формат, что позволит унифицировать и стандартизировать информацию. Для решения данной задачи Национальная геологическая служба принимает участие в программе правительственных акселераторов по опыту ОАЭ, где внедрены инновационные подходы к эффективной реализации инициатив. В нашем краткосрочном проекте будут реализованы ключевые инициативы за 100 дней. Сейчас в стране исследуются 12 перспективных участков редкоземельных металлов, а площадь изученных недр достигла 2 миллионов квадратных километров, отметил глава Кабмина Олжас Бектенов. Глава государства поставил задачу до 2026 года увеличить площадь геологических исследований с 1,5 до 2 миллионов квадратных километров. А уже сейчас площадь изученных недр доведена до 2 миллионов квадратных километров. В этом году была открыта площадь для разведки твердых полезных ископаемых на территории порядка 1 миллиона квадратных километров. Это позволило привлечь крупные международные компании, такие как Rio Tinto, Fortescue, Aras Minerals и другие. Глава Кабмина заявил, что несмотря на лидирующие позиции Казахстана по запасам отдельных видов металлов, наблюдается спад добычи. Он подчеркнул, что нужно менять имеющиеся подходы к работе. Необходимо разработать и обеспечить четкую реализацию государственной политики по рациональному и эффективному использованию имеющейся минерально-сырьевой базы и разработке новых месторождений. Вместе с тем Олжас Бектенов поднял вопрос возврата государству разведочных участков в пределах Прикаспийского бассейна. Причина – не исполняются контрактные обязательства и не ведутся работы. По словам вице-министра энергетики, за год в стране государству вернули 8 разведанных участков в Прикаспийском бассейне. В 2023-2024 годах в Прикаспийском бассейне выявлено 8 таких участков. Эти 8 контрактов на сегодня расторгнуты. 4 участка в текущем году выставлены на аукцион. Подписание по ним планируется до конца года. Остальные 4 участка будут выведены в следующем году, либо планируем по ним прямое подписание контрактов. Глава Кабмина подчеркнул, что для роста доходов исследовать наши недра должны в первую очередь государственные компании, а потом уже привлекать инвесторов. Только тогда вырастет цена и государство получит выгоду. Анель Еделькызы, Ержан Рахманбердиев, 24 КИЗ. Уровень знаний в городских школах выше, чем в сельских. Об этом заявил министр просвещения на заседании в правительстве, где обсуждали вопросы развития потенциала учебных заведений в селах. По словам Гани Бисимбаева, это подтверждают результаты международных исследований. При этом с 2018 по 2022 годы разрыв математической и естественной грамотности сократился на 5 баллов, а по грамотности чтения остался прежним. Глава Кабмина акцентировал внимание на необходимости сокращения разрыва в качестве обучения, вызванного дефицитом специалистов с высокой квалификацией, особенно по математике, физике и иностранным языкам. Министерству совместно с акиматами поручено принять системные меры по повышению компетенции учителей сельских школ. Глава государства уделяет особое внимание развитию именно сельских школ. В рамках реализации концепции развития сельских территорий запланировано до 2027 года строительство порядка 180 школ. В текущем году введено в эксплуатацию 42 сельские школы, в том числе за счет нацпроекта «Комфортная школа». За последние 3 года в селах модернизировано порядка 2500 школ с целью улучшения условий и создания комфортной среды обучения. Ведет реновация свыше 800 школ. Также для сельских школ приобретено больше 4000 предметных кабинетов. Отмечу, сегодня в Казахстане почти 57% трехсменных образовательных учреждений находятся в сельской местности, преимущественно в Алматинской и Туркестанской областях. 76% организаций в аварийном состоянии также расположены на селе, в основном в Актюбинской, Кызылординской, Западно-Казахстанской и Туркестанской областях. 25 километров автодорог и 3 моста после паводков отремонтировали в Атырауской области. Построили больше 100 домов. Компенсации получили почти 3000 местных жителей. Об этом сообщил аким региона Серик Шапкенов. Всего вдоль берегов реки Жайык возвели 590 километров дамб, очистили 30 километров каналов. Для улучшения прохождения воды в устье реки вместе ее впадения в Каспийское море были проведены дноуглубительные работы.
В настоящее время все возведенные дамбы мы принимаем на баланс акиматов населенных пунктов на законодательном уровне. То есть теперь эти сооружения будут на постоянном контроле. Кроме того, каналы, которые проходят через наш регион, мы вернули в коммунальную собственность. Что касается дноуглубительных работ, они проведены на 7 километрах. Мы должны довести протяженность до 10. В этом году в регионе планируют реализовать 17 инвестиционных проектов. 8 из них общей стоимостью более 46 миллиардов долларов уже запущены, отметил глава области. Среди них торгово-развлекательный центр, заводы по производству грузовых вагонов и полиэфирного геосинтетического материала и оптово-распределительный центр. Ряд инвестпроектов реализуются в сферах рыбоводства, растениеводства и животноводства. В регионе также активно возводятся комфортные школы. В прошлом месяце были открыты 2 объекта образования на 1200 и 300 мест. Еще один сдадут до конца года. В 2025-м, по словам акима области, завершится строительство 6 таких школ. В Мангыстауской области разрабатывают пилотный проект по поддержке предпринимателей. В сфере малого и среднего бизнеса сейчас заняты 147 тысяч жителей региона. Это составляет 42% работающего населения. Только в этом году на поддержку предпринимательства в области государство направило 17,5 миллиардов тенге. О развитии предпринимательства в регионе расскажут наши корреспонденты. В Мангыстауской области на сегодняшний день работают 77,5 тысяч субъектов бизнеса. С начала этого года местные предприниматели выпустили продукцию и оказали услуги населению на 1 триллион тенге. Всего создано 370 новых рабочих мест. Ожидается, что до конца года эти показатели увеличатся. В сфере малого и среднего бизнеса в регионе профинансировали 1231 проект на 44 миллиарда 300 миллионов тенге. По мнению заместителя руководителя областного управления предпринимательства и торговли Пикира Сансызбаева, таких результатов удалось достичь благодаря государственной поддержке. Кроме льготного кредитования, есть и другие механизмы поддержки предпринимателей. Субъектам малого и среднего бизнеса предусмотрен грант до 5 миллионов тенге. В этом году на это выделили 100 миллионов тенге из местного бюджета. Они предназначены для финалистов проекта «Одно село, один продукт», а также представителям социально ориентированного бизнеса. Жительница Муналинского района Нурхия Бекниязова – одна из участниц проекта «Одно село, один продукт». Она получила грант и готовится расширить свое тепличное хозяйство. В комплексе используют капельное орошение, выращивают зелень, рукколу, шпинат и салат. Ежемесячно предпринимательница поставляет тонну продукции на местный рынок. На 5 миллионов тенге, выделенные государством, Нурхия Бекниязова намерена закупить дополнительное оборудование. Заказали котел для обогрева теплиц и оборудование для гидропоники и микрозелени. У нас работают в основном местные жители, хотим нанять еще рабочих. Приобретение нового оборудования позволит нам круглогодично выращивать растения. Государству тоже выгодно, чтобы предпринимательство развивалось. Это новые рабочие места, поступление налогов. Идею проекта «Одно село, один продукт» Казахстан заимствовал у Японии. Там в 70-е годы прошлого столетия решили поддержать инициативных сельчан. У нас проект начали внедрять с 2022 года. Поначалу в качестве эксперимента в 5 областях, а сегодня в нем участвуют все регионы страны. По словам директора палаты предпринимателей Мангыстауской области Рашида Мустапаева, цель проекта – помочь сельчанам создать бизнес и производить отечественную продукцию. Проект «Одно село, один продукт» является компонентом программы «Я предприниматель». Реализует в рамках национального проекта по развитию предпринимательства. Основная задача – повышение предпринимательского потенциала жительниц сельской местности, производство продукции из подручного сырья, открытие новых рабочих мест. На развитие сельского бизнеса в этом году из областного бюджета выделили 100 миллионов тенге. Такую же сумму заложили и на следующий год. Проект «Одно село, один продукт» рассчитан до 2026 года. При отборе участников преимущество отдается многодетным семьям, людям с инвалидностью и тем, кто воспитывает особых детей. Грант в размере 1 миллион 225 тысяч тенге получила и Куралай Тумашева. Приобрела швейное оборудование, занимаюсь изготовлением предметов интерьера и одежды в национальном стиле. У меня есть помощница, такая поддержка помогла мне выйти из затруднительного положения, решить материальные проблемы. Я одна воспитываю детей, сейчас зарабатываю достаточно, чтобы содержать их, лечить больного ребенка. Буду откладывать деньги на расширение своего дела. На этом инструменты поддержки бизнеса не заканчиваются. Специалисты разрабатывают региональный пилотный проект «Мангыстау Бизнес». Он предполагает финансирование предпринимателей по ставке 1% годовых. Предпочтение отдадут тем направлениям, которые не развиты в регионе. Аслан Абуталипов, Талгат Исламулы, Саламат Бекбаев, Мангыстауская область, 24 КЗ.
48 тренеров и работников социальной сферы работали по поддельным дипломам в Жамбылской области. Факт выявили специалисты Антикора во время анализа коррупционных рисков. С фальшивыми дипломами о высшем и среднеспециальном образовании злоумышленникам удалось занимать соответствующие должности без малого 5 лет. За это время им выплатили из госбюджета свыше 349 миллионов тенге в виде зарплаты. Также специалисты антикоррупционной службы выявили 8 фактов незаконных надбавок, которые получали тренеры за достижения спортсменов. Выплаты составили больше 13 миллионов бюджетных тенге. Кроме того, они занимались приписками, давая ложные сведения о количестве учащихся в спортшколах, рассказал первый заместитель департамента по противодействию коррупции по Жамбылской области Даурен Умаров. В Айзерском районе нами было выявлено 120 фактов приписки. То есть из-за вот этих приписок была возможность уже тренерам как бы получать дополнительные надбавки, нагрузки. С этим вот они вот увеличивали группы. Внесли предложение управления спорта. Сейчас принимаются меры по возврату денежных средств. Великобритания выделит дополнительные 19 миллионов фунтов стерлингов на гуманитарную помощь сектору Газа. Таким образом, королевство увеличит общую сумму поддержки до 99 миллионов фунтов в этом году. Об этом сообщила министр по делам женщины и равных возможностей Аннелиза Дотс на конференции по Газе в Каире. Большую часть средств направят в Управление ООН по координации гуманитарных вопросов и Всемирную продовольственную программу. А они, в свою очередь, распределят между жителями воду, продукты питания, в том числе 4 500 тонн пшеничной муки и медикаменты. Дотс подчеркнула, что дополнительных ресурсов хватит палестинцам лишь на месяц и призвала к немедленному прекращению огня в анклаве. В рамках визита в Египет она встретится с премьер-министром Палестины Мухаммедом Мустафой и посетит лагерь беженцев на западном берегу реки Иордан, после чего отправится в Израиль для переговоров с официальными лицами. Больше 10 тысяч человек с онкологическими заболеваниями нуждаются в медицинской эвакуации сектора Газа, сообщает ВОЗ. По их данным, на территории анклава система здравоохранения продолжает разрушаться на фоне ужесточения израильской блокады. Наблюдается нехватка жизненно необходимых медикаментов и диагностического оборудования. Несмотря на усилия ВОЗ по организации перевода пациентов, прогресс минимальный. Даже при наличии необходимых разрешений выезд невозможен. Все пункты пропуска вокруг анклава закрыты. Напомню, в августе этого года около 5000 пациентов удалось эвакуировать для лечения в Объединенные Арабские Эмираты, Египет и Катар. Коронавирус с наибольшей вероятностью изобрели в лабораторных условиях в китайском городе Ухань. Такие данные привели в своем докладе американские конгрессмены по итогам двухлетнего расследования. По их информации, инфекция обладает биологическими характеристиками, которые не встречаются в природе. Вирус мог распространиться в результате утечки из лаборатории, а китайские исследователи заболели вирусом, похожим на коронавирус, за несколько месяцев до того, как ковид обнаружили на рынке животных. Кроме того, все случаи заражения коронавирусом якобы начались с одного человека, тогда как при прошлых пандемиях наблюдались разные очаги распространения. В свою очередь, КНР отрицает возможность лабораторного происхождения инфекции. Ограничительные меры введены в селе Калинин Кустанайской области из-за бруцеллеза. В населенном пункте эту инфекцию выявили у крупного рогатого скота. Зараженных животных отправили на убой, а исследования оставшихся на подворье коров, овец и лошадей продолжаются. В селе работает республиканский противоэпизоотический отряд. Наталья Строкова продолжит. В село Калинин запрещен ввоз животных, их прогон по территории и вывоз молочной продукции. С конца октября в населенном пункте действуют ограничительные меры. Связано это с очагом бруцеллеза. Лабораторные анализы подтвердили инфекцию у 116 коров. Оздоровительные мероприятия, говорит главный специалист управления ветеринарии Кустанайской области Аяз Даненов, проводит республиканский противоэпизоотический отряд. Ограничительные мероприятия проводятся у нас до двухкратного отрицательного результата у крупного рогатого скота и отрицательного одного результата у восприимчивых животных. Во время очага кровь берется каждые 15-20 календарных дней. В случае выявления положительных результатов делают дезинфекцию, где содержался скот.
Уразал Алисбаев показывает в своем сарае обработанные, но пустые стойла. Весной здесь было 8 коров. В конце осени всех пришлось отправить на убой из-за бруцеллеза. Осталось 4 теленка и 8 овец. Коров нет. С марта у животных начали брать кровь, и ветеринары сказали, что инфекция. Сначала была одна голова, потом за лето и осень всех пришлось на мясокомбинат отвезти. Не осталось буренок и у Муткуль Мурзатаевой. 7 лет назад ее семья специально переехала в село, чтобы заниматься животноводством. Сейчас разводят руками. Говорят, что выплат мясокомбината на восстановление поголовья не хватает. 1780 тенге заплатили за килограмм. Это очень дешево. В итоге за корову, которую мы купили за 450 тысяч тенге, мы получили 360 тысяч. Приобрести такую же уже не сможем. Люди остались без скота. Что нам теперь делать в деревне? Боимся и овец потерять. До сих пор анализы продолжают брать. По данным специалистов управления ветеринарии, источником заражения домашнего скота бруцеллезом стали бродячие собаки и бесконтрольное перемещение животных. Ситуацию с возникшей инфекцией в ведомстве называют стабильной. На контроле еще два очага в Карабалыкском и Ментакаринском районе. Наталья Строкова, Сергей Трахтенберг, Кустанайская область, 24KZ. Гала-концерт классической музыки состоялся в Алматы. Он завершил юбилейный марафон к 80-летию Казахской национальной консерватории имени Курмангазы. Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил поздравительное письмо, которое зачитала министр культуры и информации Аида Балаева. Юбилей консерватории – знаковое событие в духовной жизни нашей страны. За 8 десятилетий Казахская национальная консерватория внесла огромный вклад в подготовку специалистов по сохранению и развитию нашей традиционной музыки. В стенах этого учебного заведения раскрыли свой талант и продемонстрировали всю мощь и своеобразие нашей музыкальной культуры знаменитые выпускники. И отрадно, что молодое поколение с достоинством приняло эту почетную эстафету и продолжает популяризировать нашу культуру по всему миру. Выражаю искреннюю признательность коллективу консерватории за ваш вклад в развитие нашего национального искусства. Желаю вам вдохновения и плодотворной работы. На сцене Дворца Республики выступили лучшие коллективы, солисты и приглашенные гости, а также известные выпускники консерватории. В программу гала-концерта вошли премьеры произведений современных казахстанских композиторов, редкие музыкальные шедевры и этнофольклорные композиции. В торжественном мероприятии приняли участие Алибек Гнишев, Джамиля Баспакова, Роза Рымбаева, Умиджан Джумакова, Мариам Кужамкулова и другие деятели искусства. В свое время, когда я поступала и училась, у меня были прекрасные педагоги, у меня были прекрасные профессора по гармонии, по фортепиано. Для меня это был такой, знаете, важный очень момент, потому что с той подготовкой, которую я получила в нашей консерватории, я иду по жизни. Сейчас я сама преподаю в консерватории и стараюсь обязательно соблюдать традиции и помнить всех наших мастеров, всех наших учителей с большой буквы. Фестиваль национальных традиций Сыбага проходит в Актобе. Одним из мероприятий фестивальной программы стал показ мод под названием «Дефиле эпохи». На подиуме продемонстрировали модели национальной одежды и украшения. В показе участвовали больше 40 известных этнографов и лучших дизайнеров одежды. Изделия мастеров, представленные на выставке, пользуются большим спросом среди жителей, говорят организаторы фестиваля. Рукодельница Эльмира Шурмухамбетова тоже продемонстрировала свою коллекцию на показе мод. Моя основная цель – дарить душевное богатство человеческой душе через орнамент. Ведь красивая одежда, красота нашего узора развивают духовность человека. Это воспитание через национальные ценности. Нужно развивать и показывать наши национальные традиции. Фестиваль национальных традиций Сыбага продлится 5 дней. Жители региона ждут традиционный охотничий и национальный спортивный турнир «Салбурын-2024». Главная цель фестиваля – популяризировать национальные традиции, говорит аким Актюбинской области Асхат Шахаров. На национальном Курултае президент страны отметил основные аспекты пропаганды традиционных ценностей. Поэтому в нашем регионе мы проводим такой важный фестиваль Сыбага. Мы таким образом хотим показать подрастающему поколению важность наших традиций. На этом выпуск новостей завершен. Будьте в курсе главных событий с 24KZ. Всего доброго.